Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу вместе с вами полистать раскраску мандалы женской силы, автор Лариса Ренар. Ну, стандартная такая квадратная раскраска, Москва, 18-й год. Здесь есть оглавление, все странички пронумерованы, ну, как всегда, вступление. Страницы белые, гладкие, офисные, ну, может быть, чуть-чуть поплотнее. Тут тоже какая-то информация. Я ее, как правило, никогда не читаю, да, в основном не читаю. В основном тут вот именно мандалы. Очень интересные, с моей точки зрения. Хотя, я думаю, какие-то и повторяются. Но есть что пораскрашивать. Так что, если вы вдруг присматриваетесь к этой раскраске, то, надеюсь, мой обзор вам поможет. Я думаю, что иллюстрации можно считать односторонними, так как, ну, текст, это уже не так важно. Хотя мне нравятся вот иностранные раскраски, я тут видела у кого-то обзор, уже не помню. То ли у Оли Crazy Oval. Еще вот у кого-то, я сейчас честно прошу прощения, не помню, раскраска с односторонними иллюстрациями, но вот с обратной стороны был черный фон. Это вообще здорово, классно придумано, потому что, да, конечно, даже вот односторонние иллюстрации, вроде бы не боишься испортить, да, ну, можно красить чем угодно, а все равно с обратной стороны, когда протекает, это очень некрасиво выглядит. А черный фон, он все-таки это сглаживает. Ну, хочется же, знаете, что чтобы, да, раскраска, даже когда полностью будет раскрашена, чтобы она как-то, чтобы было, знаете, приятно ее листать, не было никакой грязи. И черный фон с обратной стороны, это здорово. Вообще, конечно, когда наши издательства уже начнут, не знаю, уважать своих покупателей, читателей и так далее, и делать что-то хорошее. Хотя я, конечно, понимаю, что, прошу прощения, более качественная бумага — это всегда раскраска дороже. Если, допустим, бумага с обратной стороны будет черной, это, как правило, еще будет дороже. Но все-таки, не знаю, мне кажется, это было бы классно. Возраст 16+. Угу. А издательство какое? Издательство Э. 64 страницы. То есть формат. Тут вот и автор, фотография. Рассказано про нее. Вот. Я-то думала, честно говоря, что это, может быть, АСТ, что-то такое, потому что и формат похожий, но нет. Если данное видео понравилось, поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх и подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно, а вам не сложно. Ну и, конечно, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю здоровья, хорошего настроения, хорошего лета, позитивных эмоций, вдохновения абсолютно во всех начинаниях. И мы обязательно увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!